Здравствуйте, друзья! Покажу вам оставшиеся в целостности наклейки из моих коллекций. Вот Терминатор 2. Вот эти вот наклейки из жвачки. Терминатор 2. В наборе было 40 наклеек. Ну вот то, что осталось. Остальное растерялось где-то. Вот такой вот лист с наклейками продавался. Ну, по крайней мере, у нас в Челябинске во всех ларьках Роспечати в то время. Я такой видел лист недавно в продаже на форуме коллекционеров наклеек. Продавали его за 500 рублей. У него уже клей отошел, тут отсох. Вот это вот второй выпуск этих наклеек. Ну, по мне, первый покруче. Вот такие вот терминаторы.